Январские билеты на катера в Севастополе начнут продавать по более высокой цене. Объявление об этом уже размещено на причале Графской пристани. В нем, в частности, говорится, что проездной школьника будет стоить 405 рублей, около 130 гривен, студента 765 рублей, около 250 гривен, а взрослый проездной билет, отмечается, еще с ноября стоит 810 рублей, около 300 гривен. А ожидается ли его подорожание, неизвестно. Раньше школьные и студенческие проездные стоили 114 и 228 рублей соответственно. Продажа билетов на катера по новой цене начнется в конце декабря. Стоимость разового проезда на катерах по всем направлениям составляет 15 рублей, а поездка на пароме обойдется в 12 рублей, что 5 и 4 гривны соответственно. Как сообщалось, проезд в севастопольских маршрутках снова подорожает до 12 рублей после того, как на линии выйдут все троллейбусы.